Буквально пару слов об этой дороге, по которой мы сейчас едем. Вы знаете, это удивительная дорога, это не дорога местного назначения, которая проходит только через пустыню Туркана, через Кению. А это дорога, которая соединяет Кению с Южным Суданом и столицей Джуба Южного Судана. Так что мы практически находимся на дороге, вот на трассе международного как бы назначения здесь, в Африке, в Кении. И еще что немаловажно, что по этой дороге когда-то двигался один из великих миссионеров нашего времени, нашего поколения, которого нам удалось, значит, знаем мы его лично, это Мариус Мафтей, который сейчас находится в городе Какамега на миссии. И мы двигаемся по его следам, и мы по-настоящему чувствуем гордость за миссию, гордость за миссионера, за тех первопроходцев, которые двигались по этим дорогам, не жалея свои внутренности, свою спину и свое здоровье. Так что, Мариус, мы передаем тебе привет, мы тебя помним, мы тебя знаем и мы тебя любим. Друзья, вот так вот выглядят сезонные реки, высохшие, русла вот этих рек. И тут же вот такой вот термитник огромный прямо на краю. Давайте с другой стороны я вам покажу. А потом я не затянул, да? Вот это потрясающий вид, потому что правда заключается в том, что здесь была река. Здесь был когда-то асфальт, но сейчас его уже здесь нет. Да, когда люди в Америке, когда люди в Калифорнии жалуются на дороги, ну, я в том числе жаловался в Калифорнии на дороги, потому что, ну, конечно, Браун довел Калифорнию. Это более безответственного, наверное, губернатора Калифорнии не видала. Вот вопрос, откуда эти дети взялись? Здесь нету никаких поселений, здесь нету ничего. Итак, мы напоминаем, что мы находимся на международной трассе между Кенией и Южным Суданом. И Южный Судан сейчас переживает не самые легкие времена. Там до сих пор продолжается гражданская война. Древесный уголь. В мешках продается древесный уголь. О, смотри, какие реки, пересохшие реки. Ну мы
вот, друзья, я хочу сказать, что вот так выглядят вот эти огромные термитники. А мы наконец-то прямо у дороги нашли такой, где остановиться. Ростом в дерево такой огромный ствол. А что там под землей творится, это вообще загадка. Там целое поселение, целый город под землей. Все, движемся дальше. Просто огромная река высохшая. Мы до сих пор находимся на международной трассе, которая ведет в Южный Судан. Мы до сих пор движемся по направлению города Лодвор, и приблизительно минут 15 осталось до столицы Туркана Каунти, города Лодвор. Так что мы вас всех будем рады видеть в пустыне. Мы вас всех будем рады видеть в Туркана.